Эдвард старел. Его подшипники износились и гремели при езде. Он тянул пустые вагоны для скота в город на ярмарку. Светило солнце, пели птицы. Но Эдварда поджидала неприятность. «Едем, едем!» – пыхтел он. «Пау, пау, пау, пау!» – кричали вагоны. Эдвард пыхтел и гремел, а вагоны дребезжали и вопили. Поблизости паслись коровы. Они не привыкли к поездам. Их пугали грохот и дым. Когда Эдвард проезжал мимо, коровы сломали изгородь и бросились бежать через рельсы. Сцепка разорвалась, и несколько вагонов отстало от поезда. Эдвард почувствовал толчок, но не обратил внимания. Он привык к грузовым вагонам. «Надоели эти вагоны, — думал он, — почему они не могут ехать спокойно?» И только на следующей станции они с машинистом поняли, что случилось. Когда Гордон и Генри услышали про аварию, они засмеялись и важно надулись. «Как можно позволить коровам ломать поезд? Мы никогда бы не допустили этого, мы бы им показали!» Тоби рассердился. «Ты не мог ничего сделать, Эдвард. Они никогда не сталкивались с коровами. Я знаю, какие от них бывают неприятности». Через несколько дней Гордон проезжал станцию Эдварда. «Ту-ту, не забывайте о коровах!» «Скорей, скорей, скорей!» – пыхтел Гордон. «Не суетись, не суетись!» – ворчали его вагоны. Впереди был длинный участок прямого пути. Вдалеке виднелся мост. Гордону показалось, что на мосту кто-то стоит. Его машинист тоже так подумал. «Стой, Гордон!» – сказал он и перекрыл пару. «Пф!» – сказал Гордон. «Это всего лишь корова! Брысь! Брысь!» Он медленно въехал на мост, но корова не двигалась с места. Она потеряла теленка и чувствовала себя одиноко. «Му!» – сказала она грустно. Все пытались прогнать ее, но она не уходила. Подъехал Генри. «Что такое? Корова? Сейчас все улажу. Пошла, пошла!» «Му!» – ответила корова. Генри нервно сдал назад. «Я боюсь поранить ее». На следующей станции проводник Генри рассказал о корове и предупредил сигнальщика, что ветка блокирована. «Наверное, это Блюбель», — сказал носильщик. «Ее теленок в вагоне, готовится к ярмарке. Перси отвезет его». Блюбель была очень рада увидеть своего теленка на мосту, и носильщик увел их с путей. «Ни слова, никому ничего не скажем», – прошептали друг другу Гордон и Генри. Они чувствовали себя глупо, но об этом случае стало известно. «Так, так, так», – хихикал Эдвард. «Два больших паровоза испугались коровы». «Испугались? Чушь», – сказал Гордон. «Мы боялись, что бедняжка ударится о нас и разобьется. Мы остановились, чтобы не волновать ее. Ты же понимаешь меня, дорогой Эдвард?» «Да, Гордон», – сказал Эдвард. Но Гордон чувствовал, что Эдвард все понял правильно. Sheds or falls.